Стали известны результаты заочного этапа первого всероссийского конкурса «Успешная школа». Педагоги столичной школы номер 12 вошли в двадцатку лауреатов и готовятся к поездке в Москву, где состоится очный тур. В конкурсе участвовали 179 школ России. Необходимо было написать эссе, составить презентацию и пояснительную записку. У коллектива школы свое видение успешной работы, своя философия взаимоотношений учителей и учеников. Мы очень рады, что поучаствовали в этом конкурсе и стали лауреатом данного конкурса. Я рада за наших детей, за нашу школу, за родителей, что хорошие результаты мы дали. Наш коллектив вообще считает, что успешная школа – это успешные ученики, успешные учителя, конечно же, родители, которые готовы к сотрудничеству. Это особый дух школы. И мы считаем, что главная ценность для успешной школы – это ученики, главная опора – это родители, и главная движущая сила – учителя. И это все у нас есть. Поэтому мы решили, что надо попробовать силы наши. Педагоги школы настроены на победу. По итогам конкурса 5 учреждений получат гранты в размере 100 000 рублей и специальные призы.